Здравствуйте, коллеги. Я очень рада всех видеть. Сейчас я включу свою презентацию. Ну вот, как сказал Дмитрий совершенно правильно, Россия пока не является членом GBIF на уровне страны, но, тем не менее, мы участвуем как публикующие данные организации. Если вы зайдете на страницу портала в раздел «О России», то увидите, что сейчас 116 организаций из России публикуют свои данные в GBIF. И это очень много. Это тот пул организаций, которые присоединились к глобальной сети за последние 5 лет. И очевидно, что у российских исследователей очень большой интерес к тому, чтобы открывать свои данные, делать их доступными всему миру и тем самым налаживать коллаборации, находить коллег для своих дальнейших исследований. Значит, в своем небольшом сообщении я бы хотела рассказать о том, какие события будут в этом году вокруг GBIF в нашей стране на русском языке. Сначала немножко о конференциях. В этом году планируются 2 конференции, как минимум, в которых будут так или иначе упомянуты GBIF, и в которых состоятся небольшие курсы, на которых можно будет научиться публиковать данные. Значит, первая конференция, она будет посвящена чужеродным видам, изучению чужеродных видов. Это конференция, которую организует Институт Северцева совместно с Институтом биологии внутренних вод. Она пройдет в Ярославской области, в поселке Барок в октябре. Будет, как я понимаю, конференция онсайт, то есть на месте, и будет зум-трансляция. Организаторы получили более 300 заявок. Насколько я знаю, что регистрация уже завершена, но я думаю, что по Zoom вы можете присоединиться и послушать. Будет очень много интересных докладов. Заявлено больше 60 докладов из-за рубежа, поэтому присоединяйтесь. И, конечно, будет какой-то практикум о том, как информацию о чужеродных видах представлять в GBIF. Наверное, тоже можно будет к этому присоединиться. А следующая конференция, которая будет в Екатеринбурге, это 7-я полевая школа по почвенной зоологии и экологии для молодых ученых. И здесь целевая аудитория – почвенные зоологи. Неважно, сколько вам лет, если вы хотите научиться что-то делать в области почвенной зоологии и экологии, то подавайте заявку до 20 апреля, если я не ошибаюсь. Будет поддержка для участников от GBIF через грант GBIF. И мы будем оплачивать проживание и проезд участников, но это будет какое-то ограниченное число, поэтому если вы хотите, то регистрируйтесь быстрее. Значит, GBIF-часть здесь будет посвящена почвенной зоологии и использованию данных. Мы научим вас, как оформить данные почвенно-зоологических учетов правильно, как их опубликовать в GBIF, и поговорим о том, как использовать данные, доступные через GBIF, для моделирования ареалов. Завтра на семинаре мы начнем говорить о том, как использовать данные GBIF, но мы посмотрим самые базовые вещи. А на семинаре в Полевом в Екатеринбурге уже будет небольшой практикум с тем, как можно сделать модель распространения какого-либо вида. Дальше мы поговорим о том, какие будут активности в плане публикаций. Поскольку мы занимаемся наукой, наука наша информатика биоразнообразия называется, возникла такая идея, что пора бы нам уже сделать свой журнал, но как-то вот для своего журнала у нас пока ресурсов, наверное, нет, но мы инициировали тематический выпуск, посвященный информатике биоразнообразия, который готовится в журнале Nature Conservation Research, заповедная наука. Это российский журнал, который входит в Web of Science, в Scopus и в RINS. Можете о нем почитать подробно
подробнее на сайте журнала. Все статьи в открытом доступе находятся. Выпуск будет на английском языке, и мы будем принимать как описательные статьи, которые будут подкреплены опубликованными наборами данных, так и исследовательские статьи, которые также должны быть подкреплены наборами данных, опубликованными в GBF, которые были исследованы в процессе. В данной статье. Рукописи мы принимаем до 1 июня через сайт журнала. Подробная информация, как это сделать, есть на сайте журнала. Я думаю, что я пришлю Нине свою презентацию, и она ее распространит. Просто те, кому интересно, можно будет посмотреть по этим ссылкам. Обратите внимание, что выпуск будет на английском языке, и мы будем очень серьезно следить за качеством английского языка, поэтому перед тем, как вы будете подавать рукопись, пожалуйста, выполните тщательную его проверку. Следующий спецвыпуск, который в этом году, да, и, значит, выпуск в Nature Conservation Research выйдет в начале следующего года. А в этом году выйдет выпуск журнала Biodiversity Data Journal. Это международный журнал, он индексирован в Web of Science и Scopus. И в этот выпуск принимаются только статьи о данных. Статьи о данных, выполненных на основе публикации данных GBIF, набор данных должен быть опубликован в этом году, и набор данных должен содержать не менее 5000 записей. А если вы, читая, следите за новостями, то знаете, что в прошлом году был аналогичный выпуск, но там было ограничение, только европейская часть России. В этом году такого ограничения нет, то есть принимаются статьи о данных, собранных на всей территории России, поэтому я вас приглашаю участвовать. Но важно отметить, что рукописи принимаются до 15 сентября, однако число мест ограничено, будет поддержано только 36 статей, поэтому если квота в 36 статей будет набрана до 15 сентября, то, соответственно, на этом прием рукописи закончится. Поэтому я вам советую не тянуть до осени и заниматься подготовкой данных и подготовкой текста рукописи уже сейчас. И, конечно, поскольку это международный журнал, то требования к языку тоже довольно высокие. Пожалуйста, обратите на это внимание. Следующая активность, которую мы затеяли в этом году, это обсуждение русскоязычной терминологии информатики биоразнообразия. Как вы знаете, в прошлом году вышел перевод портала GBIF на русский язык, и мы потратили очень много времени на то, чтобы свести термины, которые используются на портале, к каким-то русскоязычным понятиям, потому что очень часто их сложно хорошо интерпретировать на русском языке, поскольку английский язык – это совсем не такой язык, как русский, и наука вся эта развивалась изначально на английском языке, поэтому очень часто возникают сложности, возникают несоответствия, но поскольку статей на русском языке о информатике биоразнообразия выходит все больше и больше с каждым годом, то мы поняли, что пора уже нам утрясти эту терминологию и сделать некий глоссарий, чтобы нам всем вместе его уже использовать, как авторам, так и рецензентам статей. Значит, мы собрали рабочую группу, сейчас она включает порядка 40 человек из России, Белоруссии, Грузии. Если вы хотите присоединиться, то напишите нам, пожалуйста. Мы пока находимся на стадии сбора терминов, которые, с которыми мы будем работать. Я надеюсь, что в апреле мы уже начнем активные действия. И если вы хотите присоединиться, то, пожалуйста, пишите нам. В заключение, активность, о которой, наверное, Нина вам уже рассказывала или будет еще рассказывать, это ежегодное мероприятие, которое проводит сеть для сбора любительских наблюдений iNaturalist, которая посвящена популяризации науки,
которая собирает каждый год очень много участников, это City Nature Challenge, когда в разных городах люди в определенный период времени фотографируют объекты живой природы и таким образом получают новые знания о том, кто живет вокруг них, а ученые могут получить новые интересные данные для тех территорий или объектов, которыми они занимаются. Россия в этом году будет участвовать, и активная фаза сбора материала состоится с 30 апреля по 3 мая. В это время, когда натуралисты будут делать наблюдения и загружать их, а с 4 по 9 мая – это период для определения наблюдений. Когда я делала эту презентацию, было 12 городов участников из России, наверное, сейчас их больше, но тут Нина, наверное, лучше меня знает, сколько их, и может меня поправить, но так или иначе до 23 апреля к этой акции можно присоединиться. В целом, для того, чтобы быть в курсе событий, которые происходят в России, нужно прежде всего читать новости на глобальном портале на английском языке. Новостей таких появляется все больше и больше о России на глобальном портале, это здорово. Кроме того, у нас есть информационный русскоязычный сайт GBF.ru, на котором мы размещаем по большей степени справочные материалы, а также информацию о конференциях и информацию о новых опубликованных наборах данных. Присоединяйтесь к нашей новостной рассылке, которые у нас реализованы через Google рассылки, а также группе нашей GBF.ru в Facebook, и это все позволит вам быть в курсе событий и участвовать в них активно или хотя бы знать, что происходит в этом направлении. Спасибо. Спасибо большое, Наталья.